Вчера со мной случилась такая катавасия, я упала в нашей студии, оступилась, просто оступилась, у нас там подиум, ударилась сильно попой и головой, но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прямо на глазах, прям глаза закружилась от боли. Мы позвонили Лене Малышевой, она сказала, надо ехать в Боткинскую. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, со осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. И все уже теперь, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку. Доктор сказал, на скрипке играть не буду, но на пианино смогу.